24 апреля в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по всей стране пройдет Всероссийский субботник. Он приурочен к предстоящему запуску по всей стране онлайн-голосования за объекты благоустройства. Во всех регионах страны пройдет Всероссийский субботник. Преобразить свой город, село, деревню к весне смогут жители всех муниципалитетов Чувашской республики. Субботник пройдет на объектах, благоустроенных в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. А уже с 26 апреля начнется рейтинговое голосование за выбор объектов благоустройства в 2022 году. Прошу принять участие как в рейтинговом голосовании, так и во Всероссийском субботнике. Всю необходимую информацию можно найти на официальном сайте Минстроя Чувашии загородсреда.ру либо уточнить по телефону горячей линии 64 22 16.